упражнение горизонтальная тяга в рычажном тренажере или горизонтальная рычажная тяга. Садимся в тренажер таким образом, чтобы мышцы груди находились над спинкой. Хват подбираем таким образом, чтобы угол при сгибании руки был прямой между плечом и предплечьем. Исходное положение: руки вытянуты перед собой, лопатки разведены. Начинаем движение со сведения лопаток и отведения плеч назад. Движение в руках мы осуществляем уже после того, как свели лопатки. Очень сильно руки назад, локоть назад мы не уводим. Достигаем максимального сокращения мышцы спины. Работают мышцы приводящие лопатки, ромбовидная мышца. Также участвуют в работе широчайшие мышцы спины, вспомогательные мышцы задняя дельта, бицепс, плеча. Стараемся не работать здесь поясничным отделом, так как в рычажном тренажере у нас спина должна быть зафиксирована. Плечи идут вперед и назад. Стараемся исключить движение верхней части трапециевидной мышцы, для того, чтобы нагружались лучше именно мышцы, приводящие лопатки, именно внутренняя часть спины. Отлично.